Казахстан намерен увеличить экспорт отечественных товаров в Китай еще на $1 миллиард. Так сегодня на встрече с Масин Жуем заявил Алихан Смаилов. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 миллиарда, что стало новым рекордом за 30 лет. При этом больше 40% всего объема взаимной торговли приходится именно на Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Масин Жуй подчеркнул, что регион готов сотрудничать с Казахстаном, прежде всего в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, логистике, образовании и инновациях. Глава казахстанского Кабмина поднял также тему пропускной способности пограничных автомобильных пунктов, расширения так называемых «зеленых коридоров» и ускорения выдачи виз казахстанским грузоперевозчикам. Надо нам увеличить товарооборот между нашими странами до $35 миллиардов к 2030 году. Поэтому взаимная торговля Казахстана с Синьцзянским автономным районом будет приобретать еще большую значимость. И мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой очень амбициозной задачей.